Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Pixel Arena Online. Ну что же, давайте посмотрим, что она себе представляет, и немножечко повоюем. Выполняй задание. Отлично, сейчас будем все это делать. Вау. Ребята, это что, зомби здесь у нас? А, точно, убить 8 зомби. Отлично. Ух ты, какие они грозные. Но у меня-то, извините меня, гранатомет. Что они против меня здесь делают, а? Ха-ха, ну идите сюда, зеленожопые. Получили свое. Так, этот бочонок, наверное, взрывается. Да и тот тоже. Ну, мы не будем это проверять. Ну, а машина, как видите, нифига. Хотя, может быть, и... Воу-воу-воу, их. Все, что ли, кончился мой гранатометик? Жаль. Так, ну что, зайдите в зону эвакуации. Это вот это? Нет, походу дела вот сюда надо идти. Ага, вот. Небесный портал, давайте в него зайдем. Задание 2 выполнено. Новый уровень, 2. Открыто 10 кристаллов, УЗИ. Так, получили мы какие-то ордена, медали. Укажите свое имя в игре Pixel Arena. Ну, естественно, ребят, укажем, и, как вы знаете, будут меня здесь звать. Да дайте мне букву R. Вот, отлично. А теперь E. Вот так меня и будут звать, как, в принципе, всегда и звали. Так, играть. Что у нас тут? Командный бой. Охота на зомби почему-то не открывается. Ну, давайте смотреть командный бой. Давненько я, ребят, не играл в командные шутеры. Тем более пиксельные, да еще и на андроиде. Ожидание соперника. Круши игроков красной команды. Плеер. Ага, вот, я понял. Так. А, это мой. Черт тебя подери. Я взял какой-то ствол. Блин, мне немножко пока, ребята, неудобно. Я не приловчился. Черт, своих принимаю за врагов. Блин. Так, отбегаем. Вот сюда вот. Стоим. Черт, где мои это? Короче, враги, у которых красная надпись, красный никнейм. Это, я так понимаю, враги. Дикий. Ну-ка, дайте-ка я этого дикого сейчас. Да чтоб тебя. Вас убил дикий. Ну что же, ладно. Ребят, подождите, я сейчас разыграюсь. И, поверьте, все будет на мази. Вот так вот, это мы отомстили этому дикарю. Куда ты хватаешь мой ствол, а? Олух. Так, что это он тут стоит? Это же... Это мой или... Не пойму. Ладно. Я пошел на вражескую территорию. За место такой нехилый. Так, давай сматывайся. Наверху-то что у нас? Я так понимаю, заряд. А зеленая полосочка это у нас ХП. Получается так. Или я не прав? Так, дикий, ты какого лешего сюда пришел, а? На нашу территорию. Ты не припухли, братиша? Он еще и улыбается, а? Вы посмотрите на него. Вот это другой разговор. Быстренько я ему улыбочку-то стер с его физиономии. Так, что у нас тут? Это мой Шандалис. Шандалис, елки-палки. Макси Лол. Эршторм. Йо. Че такое, не понял? Мы проиграли, вот, да, что получается. Ну, ладушки, давайте глянем, что у нас тут за коробочка. Какой-то подарок. Плюс 10S. 10 коинтов, типа, да? Ладно, подарок через 1 минуту 52 секунды. Что еще у нас здесь есть, а? Давайте посмотрим. Ограниченное предложение. Миниган тут всякой без рекламы. Не нужно нам это. Ну, давайте тогда еще разок сыграем. Я так понимаю, мне нужно добиться 3-го левела, да, чтобы я смог уже перейти на другую карту и там уже драться. Ну что, поехали. Пока у нас счет по нолям. Дайте-ка дробовик мне взять. Иди сюда, тук. Почти, ребята, я его докромсал, но чуть-чуть не хватило. А ну-ка, вот и другой разговор. Вами убит тук. Водка. Лидия. Ух ты. Ну-ка, давай-ка вот сюда спрячемся. Тык-тык-тык-тык. Обойдем. Лидия, водка. Ну-ка, давай, вот. Вот и другой разговор. Смотрите-ка, просто кромсаю, как сосунков. Тоже с дробовиком. Водочка у нас. А, все, понятно, ребят. Оружие все-таки заканчивается у нас, которое мы берем.
Ну, точнее, скажем, это на время. Так, я не помню, что там Лидия делает замес. Тук тут подрывается. Мой плеер все-таки закромсал их. Это радует. Дождитесь перезарядки, нечего нам ждать. Нам нужно как можно быстрее. Посмотрите, какой счет прекрасный у нас. 5-1 в нашу пользу. О, аптечка, аптечка. Вот-ка, давайте вот так вот. Все-таки это я его добил. Лидия. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мало-мало хп у меня. Так, где-то здесь была аптечка. Конечно, так она и будет у меня там стоять и ждать. Давайте-ка мы вот так вот сделаем. Типа, отлично сыграл. Ну все, теперь они меня точно уже взбесили. И я разозлился и выхожу на тропу войны. Так, поехали. У меня только пистолет, а тут есть что-нибудь? Узи, какой-нибудь миниган, который можно подобрать и валить, валить вражина. Это что, такое сердечко? Ох, елки ты палки, как же меня быстро тут накумарил. Это тук отомстил, видимо. Вот я так сделаю такую рожу, типа я очень недоволен. Так, поехали, счет у нас 8-4. Нам еще два фрага убить. Лидия, давай я тебя чпокну. Вот так вот, универсальный солдат. Это кто получил, я или она? Так, и времени 50 секунд, победа, ребята, наша. Все, нечего выделываться. Я получаю 50 коинтов. Плюс мы, посмотрите, получили много орденов, как лучшая команда, там еще что-то, я не успел, правда, прочитать. Получаю, наконец-то, я подарочек свой с 10 коинтами. И, наверное, надо будет еще сыграть разочек. А какой-нибудь магазин тут есть или что-то в этом роде, а? Я что-то, честно говоря, не смотрел, но давайте посмотрим, наверное, после вот этой аренки. Все, погнали. Нам дается на все про все 3 минуты. Так, смотрите, как хороший дробовик лежит. Возьмем его. Зачем, как говорится, добру пропадать. Сэдди. Смотрите-ка, а у Сэдди какой-то костюм пирата, видимо. Это хорошо. Мне нравится, когда какие-то новенькие тут всякие костюмчики есть, шапки. А что у него в руке? Пистолет? Не похоже. Щит. Он взял щит, Сэдди этот наш. Так, Марс. Кто там? Пеннивай? А почему Пеннивай? Странно. Так, давайте я вот этого хата. Хат! Вот, отдохни, малька. Я видел там внизу. Так, подожди. Этот какой-то клоун у нас здесь. Клоун обзавелся, вы представляете? Костюм. Так, смотрите, все довольные, все друг друга поздравляют. Это хорошо, когда команда такая, знаете, дружелюбная. Да. Но Марс далеко не дружелюбный, и все-таки гаденыш меня завалил. Ладно. Давайте мы вот так вот сделаем, типа, отлично. Понеслась. Что-то они тут на нашей территории, я смотрю, раздухарились, вам так не кажется? Куда ты побежал, а? Вот так, валяйся, клоунада. С грустным лицом. Так, аптечка, давайте-ка, наверное, вот так, что? Ну, а толку-то никакого не было, у меня хп были полностью. Вот, двоих сразу там и положили. Ай, ржет, довольный. Ага, вот и Пеннивай. Так, давайте, давайте его попробуем. Ой-ой-ой, да что ж такое, что у него там за такой УЗИ, что ли, быстро стреляет? Вас убил Пеннивай 007, блин. Типа ты хотел сказать агент 007. Ладно, я буду мстить, и мстя моя жестоко. Все, ребятушки, победа за нами. 4-10 в нашу пользу, и я получаю еще 50 коинтов. Смотрите, тут лучшая команда, первая кровь. И... блин, а когда уровень-то я получу? А, совсем-совсем уже скоро, ребята. У меня 26 очков из 70. То бишь, когда я получу 70, мы переходим с вами на третий левел. И, соответственно, мне открывается новая карта, где мы будем воевать против зомби. Ага, лол, 111. Он, кстати, по-моему, был недавно в моей команде. Ну-ка, иди сюда. Там возле генранта и ты сляжешь. Пускай лежит и отдыхает, и подумает впредь, как сюда суваться на мою территорию, когда стоит Рэй. Так, что тут у нас такое? Лонс. Ага. Лонс и ХЛО. Слушайте, а их не слишком ли тут много? ХЛО, потом там плеер. Их четверо, что ли? Так, Лонс. Что ты тут? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ох. Малька, малька, не хватило мне. Надо было все-таки рвануть пониже, взять аптечку. И я бы выжил бы. Ну а так забомбили, гаденыши. Смотри, опять они на нашей территории тут гуляют, как у себя дома.
А, коин-то, ребята, это я поднимаю деньги якобы. Ну ладно, давайте. Лонс, тебе пора отсюда сваливать и как можно быстрее, потому что вышел я. Так, счет, ребята, у нас 4-5 в их пользу. Это очень плохо, меня это не радует нисколечко. Потому что мы можем проиграть. И фиг нам, как говорится, не очки. Долгая, конечно, здесь перезарядка идет. Где дробовик? Дайте мне дробаш или какой-нибудь другой вид оружия. Плеер, вот что ты там встал в стенку и строчишь в нее? Ты должен выходить. Вон, вон, сзади тебя. Ну! Да что ж ты... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, давайте я его попробую. Куда он там скрылся? Я ему не вижу. О, дробовик. Вот сейчас мы хэллоуот и положим здесь. Жаль, конечно, не я его убил, но все-таки он лежит и отдыхает. Так, где-то здесь вот бегает, я знаю, где-то должен быть чувачок. А что это у меня... Кровь, что ли, с меня там льется? Смотрите. Кровопотеря. О, двойное убийство. Так, ребят, мы проигрываем. Мы проигрываем, елки-палки. Если мы сейчас проиграем, фиг нам, а не бонусы. Ну давай ты быстрее, эти 30 секунды, блин. Все, и мы все-таки проиграли. Печалька, обидно, жалко, я даже не знаю. И мне всего добавили 10 очков. 37 из 70. Да. Хорошо, погнали. И с нами какой-то дебилоид. Дебилоид и Марат. Ладно, дебилоид, я смотрю, откуда у тебя сразу УЗИ, а? Где ты его взял? У меня какой-то вонючий пистолет. Павел, Павлуша, ну-ка. Так, давайте. Вот я Павлушу сейчас, наверное, тут и чпокну. Да, все-таки у меня получилось его шибануть. Немножко, ребят, я еще никак не могу адаптироваться к управлению, потому что здесь нужно и ходить, и направлять. О, это что за оружие такое интересное? Автомат, что ли? Точно, ребята? О-хоу, ну все, козлы. Сейчас вы здесь... Ну как вот это... Ну как же так? Я только взял автомат, даже не успел нормально пострелять из него. Как и развалился там. Ну все, вы меня взбесили на самом деле. Дебилой, ты где там? Дебилоид, Марат, они ходят вместе. Чуть ли прям не за ручку. Так, давай вот этого Павлушу. Он же меня в тот раз, по-моему, нагнул, да? Или нет? Так, куда этот Павлуш там сматывается? Слушайте, а вот это что такое? Вот, красные квадратики со стрелочками. Что это дает? А, тут, видимо, появляются всякие оружия. Да-да-да. Так, Ален, готов. Алис гуд. Все нормально. Где поймает, там и кое-что делают. Так, непобедимый, ты смотри, как он назвал себя, а. Ну, я видел, какой ты непобедимый. В первых рядах валяется. Кровище растекается. Красота. Да какая перезарядка, ядрить тебя на корень. Мне нужно как можно быстрее, чтобы стрелять, бомбить их. Воу-воу-воу, вся куча тут вышла. Так, непобедимый, Павлуша. И, по крайней мере, мы, ребята, сейчас у нас счет 7-5 в нашу пользу. Должны мы вытянуть эту каточку, хотя уже 6-7. Так, Ален, ты опять здесь, а? Ну-ка, давай. Так, вот сюда выходим. Блин, ну, все равно тяжело направлять именно стрельбу. Если с ходьбой еще нормально как-то все у нас, то в плане направления по стрельбе это запара конкретная. Сейчас упаду, я упаду сейчас. Смотрите-ка, я как-то даже непобедимого подбить успел. И все-таки мы с вами выиграли. 47, точнее 48 очков из 70 дали. О! Новый ранг я получил. Дай 5. Не знаю я. Расскажи нам, в чем дело. Да не буду я вам ничего рассказывать. Нет, не хочу. Никак нельзя. Вот, закрываем. Расскажи. Да елки-палки, как тут выйти-то? Расскажи нам, в чем дело. Все, рассказал я. Ну что, откроют нам, нет? Еще 10 коинтов. Фиг поймешь. Так, мне нужно посмотреть, а где тут магазин? О, арсенал. Вот, ребят, скорее всего... Ох, ты посмотри. Бесплатно. Красота. 50, а у меня не хватает деньжат. УЗИ есть. Оу. Слушайте, а арсенальчик-то тут... Ого-го. Будь здоров, есть что прихватить. Так, тут нужен третий уровень. Смотрите, тут еще и броники у нас всякие. Ну, дорого стоит, конечно. Так, я не пойму, тут броники или восстановление ХП. Нужен пятый уровень.
А вот и костюмчики, ребята. Так, у меня сколько? 25 всего, да? Ух ты, классный, смотрите. Без рекламы, вот этот клоун, доктор, бандит, какой-то консьерж. Ну, давайте тогда возьмем хотя бы пиратика, да? За 25 купим. Хоть как-то немножко отличаться, а то все, как эти, бегаем одинаковые. Вот, теперь я буду пиратом. Ну что же, давайте, наверное, с вами... Так, третий уровень, да? Я не получил еще. Давайте еще разок тогда с вами сыграем, наверное, партийку-другую, а может быть и просто... Ну, круши игроков красной команды. Понял вас, сэр, пират вышел на тропу войны. Так, что это за броня такая? Ух ты, мне нравится. Абдурахман, иди отсюда, а! А у меня же вроде не дробовик в руке, а строчит как дробаш. Интересно. Во! Так, Ливан. Ливан, иди отсюда! Ах ты! Ребят, я, по-моему, сам себя взорвал, стрелял в бочку. Хотя нет, вас убил Ливан. Угу. Хорошо, ладно, будем мстить. 1-1 пока счет у нас. Опять у нас тут доктор. И плеер-плеер. Это, видимо, Абдурахман. Вот он мне нужен. Черт, жаль, не я его чпокнул. Но... Иди сюда, Ливан. Ты мне должен ответить за свои грехи. Куда? Это он там что, в лесу, что ли, бегал? Ага, значит, зеленый это лес. Плеер, ты отошел бы от меня, а? Я все-таки мстил ему. Так, дай вот это взять. Опа. Плюс, что плюс? К чему плюс, я так и не пойму. Отличненько. Ливан, вот он. Все, наконец-то я ему отомстил. Ребята, самолично застрелил его. Так, вот опять бежит этот Ливан. А ну-ка, иди сюда, красавчик. Опа. Давайте еще разок и еще разок. Вот о чем я вам и говорю, что очень тяжело направлять. Хе-хе-хе. 2-1 в мою пользу. Он еще улыбается. Он, наверное, понял, что я ему буду мстить. Дарья тут какая-то, елки-палки. Я тут размусоливаю, а рядом враг бегает. Как же я не увидел все это дело. О, ну хорошо, что все обошлось. Я выжил. А, у нас еще к тому же, ребята, со временем ХП восстанавливается само по себе. Вот еще в чем вся прелесть. Серия убийств из трех. Я опять Ливана грохнул и, видимо, получил вот это вот достижение. Дарья, иди сюда, иди ко мне, красотка. Ох, что так бумкает-то везде. Вот он, Ливанчик. На-ка. Не-не-не, родной, против дробаша я... Оу, УЗИ. Вами убит Ливан. И победа, ребята, за нами. За нами, ребята, 56 очков из 70. Ну что же, очень скоро мы с вами получим левел. Ну а на этом, наверное, мы будем закругляться. Как говорится, спасибо всем за просмотр. Если вам понравилась эта игра и вы хотите видеть, что, как мы будем дальше развиваться и охотиться за этими игроками другими, то пишите в комментариях, ставьте пальцы вверх, и тогда мы будем в нее играть. Вроде бы игра неплохая, озорная. Дальше посмотреть, что там будет у нас нового. Ах так! Ах, вот ты как! Ах, вот и значит, какой-то на самом интересном месте! Ой, а я так думал...